Ярмарка вакансий прошла в Билибино. Основными ее гостями стали студенты техникума. О том, что предлагают работодатели, и о их потенциальных работниках, сюжет наших коллег из билибинской студии телевидения. В ярмарке приняли участие 5 ведущих работодателей Билибинского муниципального района, которые в рамках законодательства ежемесячно предоставляют в центр занятости существующие свободные вакансии. В ходе ярмарки провели круглые столы, встречи со специалистами службы занятости и работодателями. Данное мероприятие посетили жители города Билибино, а также студенты Чукотского северо-западного техникума. Она дает возможность студентам как бы договориться с организацией о дальнейшем трудоустройстве, что в дальнейшем поможет реализовать все возможные хотелки, так скажем, других студентов. После выпуска мне надо куда-нибудь трудоустроиться. Не надо ходить, вот это лазить по объявлениям, по адресам. Довольно-таки идея неплохая, мне очень нравится. Ярмарка стала для жителей региона возможностью найти подходящую работу, получить бесплатные консультации о повышении профессиональных компетенций и переобучению по востребованной профессии. Ярмарку вакансий провели с целью более широкого привлечения работодателей к представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, а потенциальных работников к поиску приемлемой для них работы, в том числе через непосредственный контакт с работодателями. Всероссийская ярмарка вакансий – одна из эффективных форм работы по содействию в трудоустройстве. Они дают возможность гражданам самостоятельно сориентироваться на рынке труда и подобрать себе работу. Работодателям участие в ярмарке позволяет многократно увеличить количество собеседований с претендентами на рабочее место. Наталья Широкова, Евгений Петровский, Вести, Чукотка, Билибино.